Do you speak English? В гимназии номер 4 собрались те, кто не просто говорит по-английски, но и учит этому детей. На научно-практическую конференцию съехались учителя иностранного языка со всего Подмосковья. Повод – поделиться методиками и опытом. Сегодня на круглых столах учителя будут демонстрировать фрагменты своих уроков, делиться опытом. И, конечно же, обогащаться. Они завтра понесут в школу то, чему научились здесь. Конференция проводится раз в полгода. Сегодня в зале те, кто много лет занимается образованием в своих городах. Всего 80 человек из Химок, Балашихи, Красногорска, Дмитрова и Раменского. Зональные конференции имеют очень большое значение в повышении качества уровня образования, особенно если они носят творческий характер, особенно где преподаватели делятся своим опытом. И очень полезно на таких конференциях давать свою оценку и реально оценивать условия нашего образования. Еще одним практическим преимуществом мероприятия является то, что педагоги могут напрямую встретиться с разработчиками учебников и увидеть новинки.